пыталась откупиться круглой суммой. Следователи Кировского района ведут уголовное дело о даче взятки должностному лицу. По версии следствия, в октябре этого года сотрудница коммерческой организации, специализирующейся на строительстве и ремонте дорог, передала взятку в размере 50 тысяч рублей должностному лицу контролирующего органа. Сделка проходила возле одного из домов на улице Соколовой в Саратове. За незаконное вознаграждение сотрудники дорожной лаборатории должны были внести в документы информацию о том, что качество дорожного покрытия на одной из улиц Энгельса, где проходили работы, соответствует нормам. Сотрудник лаборатории отказался принимать деньги. Поймать женщину удалось оперативникам на месте преступления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. Данная упаковка скрывается, после чего в ней обнаруживаются купюры